вы отмечаете как? Мы сидим за столом. Ну, мы просто ставим там свечку. Память о бабушке, дедушке. Благодарим всех тех, кто за нас отдал свою жизнь. А вам интересно спрашивать родителей или еще живых дедушку, бабушку, да, как это Мне было? Очень много историй рассказывал, как моя бабушка там прятала дедушек и братьев, моих, точнее, прадедушек. Ну, мне было интересно это слушать, и особенно было интересно, там, что они находили в огороде, или, ну, Матвеевка раньше был вместо леса сад, и вот после войны там очень много снарядов там находили, раскапывали там, ну, мне было об этом интересно слушать. А какие еще истории рассказывали, может быть, вам ваши родители? Мне моя прабабушка рассказывала, что во время войны они просто сырую картошку в лужах мыли и ели. Что тогда была большая бедность. Приятно было слышать, что на войне оставались люди, допустим, те же немцы, которые были, ну, как фашисты, убийцы, они проявляли как человеческое какие-то качества и давали бедным детям просто хотя бы там поесть кусочек хлеба. Там, ну, мне было приятно слышать, что моего прадедушка, что его спас просто немец, когда он шел через поле, ну, буквально умирал без ноги, ему там оторвало снарядом ногу, он немного был контужен, и вот к нему просто подошел немец и отдал всю свою пищу. Очень жалко детей, потому что они ни в чем не виноваты, и они остаются... Их просто... Вероника, стесните.